Всем европейского футбола, дамы и господа, с вами FIFA Прогноз, самая точная программа о футболе Евро 2020 в 2021 году. Таких прогнозов больше вы нигде не увидите, даже хомяки, коты Губерниева такое не делают. С вами Роман Плинсков и Игорь Белоногов. Игорь, здоров, кем? Приветствую. Давай, кем сегодня будем играть, какую миску, какие коты пойдут, прочее. Ух, даже так, да. Пара у нас сегодня такая, сборная Англии против сборной Германии сразу же на первой стадии у нас. Такой шикарный матч, групповой этап нам подарил, точнее его исход. Вот. Есть еще куча интересных пар, но мы выбрали именно такое, наверное, классическое, что ли, европейское противостояние. Англичане тут, с немцами. Тут много уже на этом чемпионате было таких интересных пар. Та же самая Германия-Португалия, которую мы с тобой группа, прогнозировали, но счет мы угадали. Абсолютно точно мы угадали счет. Что еще? Финал 2016 года Франция-Португалия уже был. Суперкубок у нас уже был, получается. Да. Россия-Финляндия. Ну да. Ну, да, такой матч. Да. Лучший матч на чемпионате Европы был. Да. Коэффициенты смотрим по поводу матча. Кто тут? Вот это англичане, вот это у нас немцы. Может, наоборот. Давай. На победу Англии от 2.58 до 2.65. И приблизительно на Германию точно так же, но чуть-чуть побольше. 2.90-2.95 дают букмекерские конторы в ничью. 3.32. Что сказать по этим коэффициентам? Ну, чуть-чуть больше фаворит англичане считаются. Хотя домашний стадион ну, поможет. Наверное, да, Вэмбли, болельщики там, по-моему, тем более расширили количество людей, которые можно попасть на стадион. Mm-hmm. Так что, ну, возможно, это что-то зарешает. Ну, mm-hmm. обе команды на самом деле такие. Понятно. Непонятно. Как думаешь, вот такой вопрос? В этом матче такой великий бомбардир, как автогол, увеличит свой этот счет? Ну, нет, наверное. Мне кажется, там есть другой великий бомбардир. Тимо Вернер. А, величайший. Обладатель Лиги Чемпионов, конечно, с другой стороны, но сезон такой у него, конечно. Мемов он с собой понаделал. Я вот хочу вот их увидеть вместе связку. Вот Тимо Вернер и Альваро Моррата. Вот это просто разрывная будет. Ладно, поехали. Англия, Германия, 1/8 финала чемпионата Европы. Поехали. Так, давай. 1/8 финала. Вот теперь у команд нет права на ошибку. Прям вот совсем. Зная, как Германия сыграла с Венгрией, то, что они два раза проигрывали по ходу матча, то все-таки смогли в ничейку. Что я делаю? Ой. Подожди, что я делаю? И в косашечку. Ой. Чего? Ну да. Это типа повторение гола Модрича или... Ну так получается. Давай еще раз глянем, что там как получилось. Да хорошего там обнимать. Так. Ага, передача. Просто решил ударить и... Ну, он просто постоял на месте вот так вот, раз-два, ну, да. раз-два, и типа, ну ладно. Забивал много, ой, а вот сейчас... Странно, очень странно. А ударить-то нет. Забыл. Ну, это кто у нас был? Тимо Вернер. О. Вернера. И вот так. И вот так. А что? Серьезно? Я нажимал удар. Серьезно? Ладно, давайте вот так-то. Подожди. Я уже просто думал атаку завершить, просто шарахну. Не, типа вот Тимо Вернер, у тебя вот свободный угол, никто не держит. Он да. у тебя развернулся и ударил в другую сторону. Да. Гениальный, конечно, человек. Так, плохо. Так, и попробую вот так. Попробую издали, да, тут и работает. И вот так. Два раза лупанули уже. Третий можно. Ну! О. Есть, наконец-таки Харри Кейн забил свой первый мяч на чемпионате Европы. Ага. Ой. Ну это было красиво. Это было вот прям вот. Ну, все. Правда, он телепортнулся как-то немножечко да. вперед. Кейн включился, походу да. уже. 2-2 под конец первого тайма. Так. Ну так, напугал, так. получается. А что ты мне не дал закончить атаку? FIFA. Круто. Ладно, так, первый тайм у нас заканчивается со счетом 2-2. Статистика, собственно, говорит
о том, что Германия все-таки посильнее, ну, в этом тайме. Кроме владений, ничего, по-моему, и нет. Ну, кстати, да, все одинаково. Но владений-то не больше. Ладно, не будем тянуть время, поехали смотреть второй тайм. Поменять, что ли, верно? Ой-ой-ой. Ну вот сейчас-то. Ой-ой-ой, вот он. Не, это замена, короче, я понял. Тут, конечно, я тоже выделываю, что-то парашютами стал, но это... Вот. В реальности так будут играть, то это одно удовольствие для тех, кто все-таки рискнет его посмотреть. Ну да, Пол. На лицом он там прочесал английский газон. Но не мягкий, и... все в порядке. И давай будем пробовать положить со штрафного, да? Вот только вот, вот так, наверное. И вот так. Лобысь. И нет, четко в руки Мануэлю Нойеру. Да, он как раз же в Челси играет. Чем там до дома-то вот, идти? Вот, человек показывает, как играть надо на падении. Ну, хет-трик уже получается. Да, примерно. Хет-трик Харри Кейна. Ну, сам в шоке. Говорит, да, ребята, это я. 3-2. Так, что-то у нас переворачивается игра. Убегать, пожалуйста. Тут ты ж быстрый, Хаверт. Так, ну это фол последней надежды, по ходу дела, было. И сейчас будет красная карточка, да? Красная, красная, красная. Ну. Так, подзывайте. Нет. Нет. А, нет, да, красная, красная. Играет Тима Вернер. Точнее, который на сборную. Забиваю. Да ладно. У него это получилось? У него это получилось. А, ну, тебя ребята любят так праздновать голы. Так, ну я еще успеваю на еще одну атаку. Ну же, дожать. Да что ты будешь делать-то, а? И все. Ну не все получается. Свисток-то не финальный получается, да? Переходим в серию овертаймов, да. Ладно, под на статистику тогда толком вот быстренько посмотрим, то у тебя ударов побольше стало, створ, по-моему, также и осталось, в этот раз створ не били. Ну да. Вернер не смог. По владению то же самое. Ладно, поехали экстра тайм играть. Выпрыгнул. И парировал эту угрозу! Да! Залетает. Да, подожди, почему? Как это получилось? А потому что это Тим Вернер. А. У нас массовые замены. Так, где Вернер? А, я же его убрал. Ну ладно. Тоже неплохо. Да ну, так вы что вы делаете-то, а? Все, повалились, типа. Пацаны, отдыхаем, чилим по кайфу. Может, все-таки получится, может, начнете забивать. Ух, это разгром. Ой, я кому-то пас отдать. Ну, давай тебе. Давай вот так вот как-нибудь. Надо встать на ударную позицию. Есть. Так, живем пока. И нормально. Давай. Давай. Есть, так. Успеем. Давай, поехали. Может, успеем. Так. Может, успеем. Нет, уже по ходу дела... Выноси не... туда подальше, все. Уже по ходу дела не успеем. И да, финальный свисток. Ну... Триллер настоящий. В реальности, конечно, такого не будет. Вот может быть 4-3. Ну да. Но... что вот прям такая яркая концовочка, то это вполне возможно. Так, условный счет 5-6, но, скорее всего, будет меньше. Англия на своем поле, причем они играют прям дома на Уэмбли, проигрывают сборной Германии, которая начала чемпионат Европы, не сказать, что есть хорошо. Примерно так же, как и Португалия начала его на чемпионате Европы 2016 года. Но они с третьего места вышли из группы тогда, португальцы. Немцы же, они вторые сейчас были. Ну. Вот. Ну, у них путь полегче, но в любом случае. Ну, тоже как-то неровно. Ну, насколько думаешь, что это реально? То, что Германия все-таки одержит победу? Ну, счет точно нет. Ну, а вообще, почему бы и нет? Англичане тоже, они хоть и вышли с первых, но тоже такое себе. У них и соперники слабее были. Англичане так, забили тоже два, как и сборная России. Да. Вот. Поэтому немцы вполне себе могут пройти. Если еще будет реально такой шикарный матч, то, я думаю, все удовольствие получат. Так что все в плюсе. Да, так что смотрим. Англия, Германия уже скоро решат, кто из них выйдет в 1/4. Игорь Белоногов. И Роман Полинсков. Для вас ведет программу. Еще увидимся. Чемпионат Европы вот в самом разгаре. Будем за ним следить обязательно. Еще увидимся. Пока.